Ку-ку. Всем привет. Что, потеряли? Потеряли Женечку, потеряли. А у Женечки все прекрасно, все великолепно. Женечка завтра отдыхает, завтра, послезавтра, сегодня работал. И вообще, очень клево провел эти 10 дней без вас. Не потому, что без вас провел. Не потому, что эти были клевые 10 дней, потому что были без вас, а потому что это реально были очень клевые дни. Я ничего не снимал, но кольцо красиво начинает подсвечиваться. Фиолетовым не видно, да, наверное? Короче. Сейчас я пойду на стрижку. Какая красота. Просто какая красота. Просто необыкновенное великолепие. Подождите. Браслет на руку надену, чтобы телефон не было. В общем, сейчас пойду в зал. Потренируюсь, пойду на руку стригусь покороче. Хочу состричь, что это весь белый. Не знаю, вернусь потом к нему, не вернусь. Не знаю вообще. Меня это не беспокоит. Вот. Что хочу сказать. Сейчас прекрасно. Сегодня у нас было 40 градусов. Сейчас почему смотрим на температуру. Дует ветер горячий. Просто горячий ветер. Я на балконе стою в часах, чтобы вы понимали. Вот, дует горячий ветер. И на улице просто кайф. Но днем было прям невозможно. Идешь, я шел в магазин купить себе салатики и курочку пообедать. Вот, и прям горячо, прям кожа была горячо. Хотя магазин в соседнем доме находится, здание. Вот, в общем, короче, жизнь прекрасная. Реально жизнь такая стала прекрасная, потому что у меня стали выходные появляться. Блин, прошлые выходные вообще были улетные, просто такие были бомбические. Не могу вам еще ничего показать и рассказать, но было очень круто. Было очень круто. Было очень классно. Ну, короче, я не скучал. Я не скучал. Так, короче, пошли в этот зал. Классно, видите, это ветер прям горячий. Прям класс. Кайфухи. У меня была блогер на днях. Два блогера было. Сегодня должна была быть Милана Королева, продюсер. Не пришла, но ведь никак не успеваю. Не дошла. А до этого была, как ее... Она уже много раз у меня красилась. Блогер, фитнес-блогер. Не Катя Кузьманова, а это Малолетова. Малолетова, да, есть? Правильно я говорю? Вот. Малолетова, да. Вот. Она много раз у меня уже красилась. Вот недавно была. Вчера она была, чем? Недавно, вчера. Вчера была еще блогер. Какая-то блогер. Бьюти-блогер, не знаю, такую, честно говоря. Вот. Тоже, ну, ой, какой кайф. Просто как чувствовали этот горячий воздух, он такой клёвый. Офигенно. Ну, чешется. Развернул вам камеру, думаю, вы должны это видеть, потому что я стою, наслаждаюсь, охи-вздохи даю вам, а вы не понимаете, из-за чего все это. Ну, потому что красота неописуемая. Завтра пойду загорать на Барасте. Сюда пойду завтра загорать. Это мои маленькие Мальдивы. Я каждое утро их показываю в Инстаграм. Ну реально Мальдивы же, согласитесь? Ничем не Мальдивы. Красота. Просто красота. А глядя на меня, на мое настроение, на мой позитив, с которым я стал приходить на работу, я стал делать большие выручки, потому что во мне много энергии, я хочу продавать продукцию, я хочу предлагать клиентам новые услуги, в отличие от тех дней, когда я работал 3-1, когда я уставал, думал, господи, стрижка, окей, постригу, ничего не хочу предлагать, лишь бы за эти лишнюю минуту отдохнуть потом. А сейчас прям есть желание продавать, что-то предлагать, консультировать, это вообще мне увеличилось выручка. Вот. И девчонки, да, на меня пошли просить тоже график по программе, что вы думаете, директор сказала, нет, никому больше нельзя. Вот, поэтому в графике 2-2 только я. Счастливчик, красавчик, молодец. Вот. Девчонкам сказали, берите выходные дополнительно, если надо, но график вы должны работать 3-1. У вас по контракту, типа, все, вперед с песней.
У меня мне сделали исключение, как исключение, мне сделали, я работаю 2-2, но мне сделали теперь с 10 до 9, это очень круто. То есть я работаю на 2 часа больше, но при этом я могу догнать, как бы доработать, увеличить выручку. Мне кажется, это более клево, продуктивно проработать вот эти 2 дня, нежели там 3 размазанных каких-нибудь. Короче, короче, клево. Вот, и это, и отпуск не сократили. Так что не 17 из 30. Я вообще не устаю. Брать остальные пизы за счет. Слушай, ну красивый цвет, да? Короче, надо постричься. Так все подается. Иди уже, я не помню. Так, храм как построить, я тебе покажу. Я в этом бассейне, вот в этом бассейне ни разу не был. Ни разу. Ни одного дня. Ой, здесь еще бассейн. Типа детский, наверное. Там что, люди? Чилаут-зона какая-то. Я там вообще ни разу не был. За 8 месяцев, сколько здесь живу, ни разу не спустился туда. Красота. Что я вышел наконец-то. Пришел Игорь, просто пока поели, пока болтали. И это. И время настало выйти на тренировку. Завтра, я вам говорил, да, по-моему? Завтра минимальная погода. Сегодня была 23, завтра 25. Минимальная. И 40. И плюс 40. Завтра пойду загорать с утра. Игорь говорит, ни в коем случае, ты что? Ты обгоришь. Я говорю, нет, я пойду. Я пойду, позагораю. Ну, теперь горячий ветер. Ветерок. Очень клево. Сегодня у нас в зале какой-то день открытых дверей. Можно всем заходить, мне кажется, потому что даже палец не надо было прикладывать. Смотрите, у нас какой крутой зал, да? Часть на улице и основная часть, конечно же, в зале, внутри. Кстати, я поменял настройки на камере. Вы видите, да, что камера по-другому снимает. Я не знаю, передастся этот эффект или нет. И насколько хватит мне памяти в телефоне, попробую снимать на этот режим. Это самый максимальный режим, который только можно. Наверное, он будет весить тоже. Это видео будет весить, наверное, безумно каких-то там гигабайтов. И посмотрим. Эксперимент. Какой кайф, а какой кайф же в Дубае, просто бомба, просто офигенно, это такое наслаждение. Парнишка вот на байке постоянно качает только ноги, я не могу понять почему, он качает только ноги. Я всегда, когда прихожу в зал, я его вижу, он всегда делает только ноги. У него огромные ноги, просто огромные ноги, не знаю для чего ему это надо. Ой, какой кайф, посмотрите, а! Это же кайф! Ну, как это можно не любить, а? Как это может не нравиться? Пальмы, деревья. Практически вечно цветущие деревья. О, это просто блаженство. Господи, наконец-то я дошел до этой стадии.
Мне девчонки на работе говорят: Женя, ты изменился. Ты стал позитивный. Я говорю, я не стал позитивный, я, блядь, вернулся в себя. Потому что меня раздражало все раньше. Сейчас, говорю, я вернулся в себя. Я говорю, я такой в Москве был. Я говорю, просто мне нужно больше отдыхать. Мне не нужно заставлять впахивать, как это, блядь, раба, блядь. Я говорю, я вот такой, я на позитиве. Я так рад, что я снова, блядь, в этой стадии. Стыдно, очень клево. Просто... Могу налюбоваться. Пойдемте. Зеленый. Не знаю, что завтра делать. Завтра вроде выходной. Не вроде, а завтра выходной. Что делать, не знаю. Вроде на Барасте. Хотел сказать про вроде. На Барасте ложку пойти. Вот не знаю, реально. Блин, 40 градусов, больше 40 будет завтра. Да. А, красный. Стоим. Хочу, чтобы вы тоже любовались этими видами. То, что вижу я. Сейчас, когда шел в зал, две ламборгини были, зеленая и красная. Я их снял в Инстаграм. Это просто, конечно, такие машины, знаете, выпендрежи. Стояли, рычали на светофоре. Как этот светофор зажегся, как бы втопили. Так, все, мои хорошие, иду домой. Надо поужинать и ложиться спать. Вам прекрасного дня. Мы встретимся завтра. Я думаю, наверное, завтра пойду постригусь. Уже не знаю, или сейчас пойду постричься. Или завтра. Или сейчас. Или завтра. Пойти, не пойти. Не знаю. Сейчас подумаю. Пока я иду и думаю, включу вам свою любимую улочку. Очень мне нравится эта дорога в спортзал среди этих небоскребов. Вы мне скажите, так лучше или не занимать лишнее место на камере и снимать, как я раньше снимал? Или не снимать вообще? Такой вариант тоже возможен. О, молодец, бампером шлифанул себя об этот полицейского лежачего.